вообще раздай интернет и включи. Я просто сейчас. Заключительный в этом сезоне матч для HSBC. Встречаются они с MetLife. В некотором смысле для HSBC, особенно для борца, которого мы сейчас увидели в том эпизоде, принципиально. Борец борется за лидерство в списке бомбардиров. И 5 мячей сейчас остается он от Терентьева. Но что касается MetLife, они борются в первую очередь с самими собой, а во вторую с Nordea. Если MetLife удастся очки набрать, то они подойдут вплотную к лидирующей тройке. Кстати, по личным встречам у MetLife преимущество, поэтому MetLife сегодня достаточно одно очко в трех матчах набрать. Правда, в двух матчах. Принесет MetLife четвертую строчку во втором дивизионе. Так что есть за что побороться. Борца не получилось сбить, да? Ремнева. Борец сам решил пробить. Как высоко прессингует HSBC, когда мяч потеряли, по-моему, ни шагу назад, не сделал никто из игроков. А как здорово все сделал для себя четвертый номер HSBC. Подбросил мяч вверх, защитника прошел и пробил точно один, но HSBC впереди. Они получают кубок участников, он отстоит. Правильный розыгрыш мяча в центре, пас должен вперед быть там. Борца находит. Борец, по-моему, слишком уж заряжен на забитые мячи. 1-1. Игровое остановление или... Фиксировано нарушение правил со стороны игрока MetLife. Игрок
Борец Ремнёва отдает мяч. Очень много потерь в этом матче, остановок. С точки зрения динамики, не самый зрелищный матч. Удар, ну здесь все сделали уже как барцы. Сыграно-то в матче всего ничего. 6 небольших минут, но такое впечатление, что уже устали команды. Если в случае с HSBC это объяснимо, они третью игру сегодня проводят, то вот MetLife хотелось бы больше и прыти. Момент для MetLife на последних секундах первого тайма и 1-1 становится счет. HSBC сегодня уже одна ничья с таким счетом была. Игра против Артера. Один,
Первый тайм заканчивается при счете 1-1. Второй тайм не заставил себя долго ждать. Продолжает игру MetLife и HSBC. Счет 1-1. Неожиданно. Вырвался. Здорово место подбросил. Острого угла и 2-1 теперь уже в пользу MetLife. Седьмой? Да. Седьмой. Защитников этот удар. Не стесняется отыгрывать назад, убегут они в счете. И торопиться нужно и через BC. Молодец, удар, ребята, оранжевые. Контроль мяча, то есть от BC пошел. Да, тот компонент игры, за счет которого сегодня удалось одержать победу. Банком страхования, ну и в принципе, победу в дивизионе. Расстрел. Здесь Ремнев точен. Пробился на скайп без замаха. 2-2. Один спас. Случай, когда у HSBC возникли проблемы с переходом из обороны в атаку, с быстрым переходом. Пожалуйста, 13 метров отодвинут игрок. Борис не дождался.
сигнал. Уже не первую желтую сегодня получает за то, что без сигнала они в игру вводят. Сигнал в той игре получил за это. Здесь уже все против. Губарин хорошую передачу сделал, здесь игра рукой. Угловой удар. Здесь потеря. Снежок вводит мяч в игру. Здесь пойдет Макс, Макс! О, передай. Эгар! Один, один, один! Один! Давай! Игроков, пошли! Снежок теперь не дождал сигнала. Ну ты же не отошел, блядь. Ну как будто специально все. Какие сейчас бензи. Играют желтые для того, чтобы обнулиться перед следующим сезоном. Ну и так обнулиться должны. Две минуты остается доиграть, а у борца так и не получилось включиться. Полторы минуты до свистка финального. Если MetLife удержит ничью, то поднимется выше по турнирной таблице, а будет старте. Ушла уже последняя чистая минута. Главой. Даже откладывать не пришлось долгий яч. Что не отложим. Все, раунд, вперед!
Борец за мяч корпусом поборолся. Пустые ворота. Лежову. Витану. Виси. Дарили. Гол. 3-2 счет за 26 секунд. Вдвоем на одного вратаря выкатывается HSBC, Габарец забивает. Вот таких еще 4 нужно забить за оставшиеся 15 секунд, и Габарец станет лучшим бомбардиром наших соревнований. Закончилось 4-2. Победа HSBC в заключительном чемпионском матче этого сезона.